Добрый день! Сегодня мы прибыли в гости к прихожанке храма Великомученицы Марины Натальи Кузьминой. Она нас привлекла своим радушием, но и тем делом, которым занимается. Это нам показалось очень интересно, полезно, и вам будет познавательно это узнать. Наташ, добрый день! Мы у вас в гостях, и в гостях потому, что вы занимаетесь удивительным, неизвестным, неведомым делом. И что это такое? Я как технолог-разработчик пищевой разработала вот рецептуру постного сыра. Такие рецептуры существуют в Европе. Я подобрала аналоги продуктов на российском рынке и стала варить постный сыр, который делается из специальных крахмалов, который не так-то просто купить в обычном магазине. Здесь у меня присутствует 5 наименований крахмалов специальных, пищевые волокна, соль и, ну, и другие ингредиенты. Это мое как бы ноу-хау, буквально все секреты не будем раскрывать. Я смешиваю эти ингредиенты и варю их на водяной бане. А скажите, пожалуйста, вообще, как вам пришла мысль делать постный сыр? Насколько он полезен? И зачем нужен постный сыр? Ну, я так думаю, что сыр – это продукт, один из продуктов, который вызывает радость у человека. Это первое. Второе – это сыр – это практически блюдо, которое мы, ну, часть завтрака нашего. Мы все употребляем сыр. Большинство людей на завтрак. И когда начинается пост, очень у многих людей, в том числе и у меня, начинала болеть голова, чтобы такое съесть. И очень часто эти мысли, ну, куда-то уводили в сторону вместо нужных мыслей о молитвах, о, так сказать, спасении души. И я в том числе и для себя, и для своих близких вот решила делать такой сыр, который постный, с одной стороны, а с другой стороны он сытный, он содержит пищевые волокна, жиры, углеводы, и он очень похож на настоящий сыр. Мы выливаем масло, высыпаем наши крахмалы, потихонечку все это вымешиваем и помещаем на водяную баню. И будем нагревать и перемешивать. А в храме вы угощаете своим сыром-то? Я не только угощаю своим сыром, но я и делаю сыр под заказ нашим прихожанам, которые, ну, за пожертвование определенное храму этот сыр благополучно с собой уносят. И для трапезной тоже делаю, угощаю. Для всех своих знакомых, кто постится, тоже с удовольствием делаю и угощаю их этим сыром. Продукт пользуется популярностью? Да, у меня практически все мои родственники, знакомые, кто соблюдает посты, очень любят мой сыр. Как вы его назвали? Просто сыр. Надо конкурс объявлять. Надо. Пока наш сыр стабилизируется, мы совершим маленькое путешествие в храм Великомученицы Марины. Это новый, недавно построенный храм. Нестандартное для наших краев посвящение выбирали всем приходам, которые очень дружно и сплоченные вокруг отца Павла, настоятеля, молодого священника. Как привлечь в церковь, в храм молодежь, этот вопрос мы ему и задали. Сложно здесь сказать, потому что действительно категория людей, которую можно охарактеризовать действительно как молодежь, да, то есть молодые люди, достаточно молодые, пока еще, может быть, не обремененные семьей и детьми, им, конечно, интересно много чего в жизни, но не очень интересна благая весть. Но, наверное, личным примером хорошо бы в семье этих молодых людей были бы благочестивые старшие люди, которые могли бы послужить примером. Примером не в том смысле, что говорили бы им какие-то правильные слова, а личным своим поведением доказывали бы, что благая весть Христова, она радостна и привлекательна для спасения.
Заметим, что храм Великомученицы Марины в Бице – это недалеко от Москвы единственный с таким посвящением во всей Русской Православной Церкви. Если нас смотрят Марина и Маргарита, то вам обязательно сюда, в это прекрасное место. И все же вернемся к нашему постному, необычному сыру. Сыр должен стабилизироваться, и после того, как он стабилизировался, принял правильную форму, он выгружается из Сколько лоточка. Вот приблизительно он готовится? Сутки. Вот через сутки. Ну, мы убыстрили процесс. Ну, да. Вот из такого сыра можно делать горячие бутерброды, можно тереть на терке его, добавлять в выпечку, в макарончики. И вот в том числе мы сегодня приготовим такое блюдо, как песто, которое готовится из орешков, сыра, специй, свежего базилика и растительного масла. Можно оливковое, можно подсолнечное. Да, и обязательно еще лимонный сок. У нас вот натуральный лимонный сок. Давайте готовить. Да, хорошо. Чем хорош вот этот, опять же, песто? Он тоже постный, потому что настоящее песто делается с пармезаном, и тогда уже это блюдо не постное. А поскольку наш сыр постный, у нас получается и песто постное. Это может быть заправка салата, а может... Ну, с теми же макаронами, да, та же паста. Однозначно. Итак, мы... нам нужно нарезать... наш базилик. Пока уберем сыр. Так, нарезаем базилик. Прям весь этот пучок, да? Да, конечно. Базилика должно быть очень много. Песто это и есть, в общем-то. Основной ингредиент это, конечно же, не сыр, а это именно базилик. Но даже если немножко непостного продукта попадает, то уже весь продукт не постный. А наш сыр постный, растительный продукт. Можно, в общем-то, резать не обязательно очень мелко. И мы вот смешиваем орешки, сыр, немножечко соли, лимонный сок. И, конечно, добавим чеснок. Это тоже составляющая. Помещаем все в блендер. Орешки. А, это у вас такой прям промышленный блендер. Да. Почти что промышленный. Ну вот, как ваши мысли работают, чтобы что-то создать, вот новое блюдо? Ну как это мысленный процесс проходит? Как правило, это что-то должно вдохновить обязательно. Но в данном случае вдохновило меня то, что, ну, во-первых, есть такое блюдо, как вот песто, и хотелось как-то заменить сыр на вот такой вот. Ну и вообще хотелось... Удивить. Ну, не то чтобы удивить, а хотелось действительно какое-то блюдо на пост, чтобы ты меньше думал о еде. Чтобы оно было сытное, чтобы ты с утра заправился и до обеда мысли только в правильном направлении. А, все это вот блендер и перемешивается. Да, и в процессе перемешивания добавляется масло растительное просто для консистенции, потому что это может быть достаточно плотная консистенция, может быть... немножечко такая жидковатая, мы просто отрегулируем консистенцию при помощи растительного масла в процессе измельчения нашего песта. И отправляем все измельчаться. Да, да, совершенно верно. Итак, наше песто готово. Это такая однородная масса зелененькая.
очень ароматная. Мы ее выкладываем и подаем к столу. Можно сделать немножко такую помягче, это если прям вот заправка для помидоров. Вот ее можно даже и на хлебушек, это тоже очень вкусно. Вот такая у нас. Мы сейчас попробуем. А скажите, пожалуйста, мой глаз вот искал как бы привычные духовки, плиту и не нашел на вашей кухне. Как же вы живете так? У меня нет плиты. Почему? Потому что у меня много полезных приборов. У меня есть моя любимая микроволновка, у меня есть мультиварка, у меня есть хлебопечка. И я очень хорошо обхожусь этой техникой. А микроволновка у меня с функцией духовки, поэтому мне плита не нужна. У меня есть индукционная плитка, и если мне надо напечь блинов на масленицу, то я могу ее достать и воспользоваться. Но я это делаю крайне редко, только когда нужны блины. Удивление. Ну и так, скажите, пожалуйста, как проходит пост? И опять же про постный сыр, который тоже для нас сейчас открытие. Что это полезно, не вредно, я так надеюсь? Нет, конечно, это не вредно, потому что в моем сыре содержится сбалансированное количество жиров, углеводов, пищевых волокон. Что касается белков, к сожалению, их там нет, но у меня есть такой сыр, я добавляю грецкие орехи и тем самым компенсирую белком. Сколько у вас видов сыра? Три вида. Это чеснок травы с грецким орехом. Четыре вида. Еще с паприкой и просто классический вариант. Это песто мы мажем на хлеб, да, и вспоминаем о лете и то, что скоро лето. И как поется в песне Олега Митяева: «Крепитесь, люди, скоро лето, к нам наше лето обязательно придет». Это совершенно летний, очень красивый, полезный рецепт. Ну, в общем, желаем вам такого вкусного поста. Сырного, надо сказать, с постным сыром. И надеемся до новых встреч уже в храме Великомученицы Марины. Спасибо, до встреч в нашем любимом храме.